Всем привет, с вами Геленджик Лайф, и сегодня у нас 5 января 2018 года. Мы находимся в городе Новороссийске и около второй части Красной площади, которую построили совсем-совсем недавно, и 9 декабря было ее открытие. В Новороссийске недавно прошел дождик, очень мокрая земля, лужи везде кругом и грязновато. Кстати, на улице тепло, сейчас плюс 14 градусов. В Геленджике немножко потеплее было, градусов 15-16. Так что погода отличная, располагает к прогулкам. Сейчас мы прогуляемся, конечно же, до набережной. Ну, идем мы, конечно же, как обычно, по центральной части, по центральной улице, в сторону. Украсили Новороссийск к Новому году, к праздникам. Выглядит он нарядно. Везде соорудили арочки, и ночью, вечером они красиво подсвечиваются. Думаю, когда будем возвращаться, возможно, мы их и поснимаем. А может и нет, потому что в планах у нас немножко другое. Везде. Конечно, немножко серо выглядит сейчас город, потому что пасмурно. Деревьев здесь, пицунских сосен нет, и просто сосенок тоже мало, поэтому кажется, что он не очень зеленый. Хотя травка зеленая, и виднеется юки, высаженные для украшения города. Тут старые домики, а мы спускаемся к набережной, к морю. Немножко напоминает мне центр Ярославля. Тоже старые домики. Одно радует, что на самом деле сегодня нам повезло с погодой, нету ветра. И на самом деле это большой плюс, потому что когда нету ветра, можно спокойно гулять и в Новороссийске, и в Геленджике. А если есть ветерок, то уже особо сильно не поразгуляешься. Завтра у Миши будет выходной, и надеюсь, он выберется с нами на природу. Могу сказать одно, что в праздники, конечно же, работают магазины и Магнит в том числе. И из-за этого практически у Миши был только один выходной 2 числа. В остальное время вот уже он работает без выходных. Потому что перед Новым годом они работали без выходных. И у него был выходной полдня 1 числа и вот 2 числа. Больше выходных у Мишаньки пока не было. Но я думаю, что 6-7 будет как раз праздник, будет Рождество. И, может быть, мы сходим куда-нибудь на шашлык, потому что давно не были на шашлыках. Именно на шашлыках, а не на пикнике с колбасками. Хочется именно мяса. Да простят меня вегетарианцы. Новороссийский морское пароходство. Жалко, камера не передает запах. Сейчас здесь пахнет прелой листвой, травкой и такой свежестью. Многие нас спрашивали, пожалели ли мы из-за того, что переехали на юг, или не пожалели. Я могу сказать одно и однозначно, нет, не пожалели. Потому что сейчас действительно жизнь стала какая-то более солнечная, наверное, потому что больше солнечных дней. Ярославцы меня поймут, потому что у нас зачастую бывало так, что раньше в Ярославле что и 3 месяца солнышка не было. А здесь, по крайней мере, ну да, день-два пасмурно, потом
все равно выглядывает теплое южное солнце, которое приносит на какое-то настроение. А также кто-то нас спрашивал, почему мы не выбрали Крым. А я напоминаю, что о переезде мы задумались еще в 2012 году. И в 2013 году мы стали участниками долевого строительства. А наш дом строился по 214-му, мы туда вложили свои деньги. И в итоге 2 года мы ждали, пока дом построится. И в 2015 году мы переехали уже в Геленджик. А на тот период времени, то есть на момент покупки жилья, на 2013 год, Крым еще не был нашим. И поэтому мы даже и не собирались переезжать в Крым. А из городов, которые находятся на побережье Черного моря, Анапа, Новороссийск, Сочи, Туапсе, Геленджик, вот такие вот городочки, мы выбрали Геленджик, выбрали для себя, потому что нам нужно было, чтобы были сухие субтропики. Мы выяснили, да, ни один форум прошерстили, ни один час провели в беседах с людьми. Более того, даже до переезда в город Геленджик я познакомилась с несколькими людьми. До сих пор с Максом я поддерживаю связь, мы с ним видимся, общаемся. То есть с человеком я начала общаться из Геленджика еще до того, как переехала в Геленджик. Вот. И мы тогда для себя решили, что для нас подойдет, наверное, Геленджик. Но ведь каждый может выбрать себе не только этот город, но и какой-то другой. И если кому-то нравится, например, Сочи, то можно ехать в Сочи. Если кому-то нравится Анапа, можно ехать в Анапу. А для себя мы выбрали именно этот город. А почему не выбрали сейчас, например, бы Крым? Потому что сейчас все равно обстановка не очень по нему такая вот благоприятная пока. Все равно есть очень много нюансов. В политику я углубляться не буду, но могу сказать только одно, что, ну, наверное, бы мы не стали сейчас рисковать, вкладывая деньги именно в недвижимость в Крыму. Ну, возьмем ту же Алену Бордовскую. Себе вторую квартиру она купила как раз-таки в городе Новороссийске, в каких-то вот новостройках, которые строятся сейчас на набережной, вот, где-то, по-моему, в южном районе города Новороссийска. Ну вот, а мы вышли уже к набережной, вышли к морю, а точнее к Цимесской бухте. Напоминаю, что город Новороссийск находится в Цимесской бухте. Здесь она намного шире Геленджикской. Ее размеры 8 километров на 13 километров. И сюда входят большие суда со всего мира. Привозят товары, разгружают. Здесь есть танкеры, которые перекачивают нефть. Поэтому сказать, что купаться в городе Новороссийске, ну, как бы безопасно, я не знаю, мы не купаемся. А нам хватает нашей Геленджикской бухты и открытого моря около Геленджика. За тряску извиняюсь, на фотоаппарате нет стабилизации, потому что у нас не камера, а фотоаппарат. А кто не помнит, Nikon Coolpix L830. И снимаем наши влоги мы на него. Пойдем, пойдем. Народу тоже много здесь. Пойдем. Сейчас пройдем низом, посмотрим на этот. Море. Почему? А, да, не пройдешь. А нет, можно. Там очень глубоко. Море прет, а? Морем пахнет, да. А, тут так вот нет, я так не пойду.
Интересно получается, мы выезжали из Геленджика, было солнышко, причем было даже жарко, мы сидели на автовокзале, и сюда приехали, и здесь прошел дождик, свинцовые тучи над городом раскинулись. Такое ощущение, что мы приехали в какой-то другой регион, хотя расстояние это всего 20 километров, то есть от Геленджика до Новороссийска 23 километра. Ну, тут немножко, конечно, другая красота. Красота статная, не праздная, как в Геленджике, а именно такая строгая. Морской вокзал находится здесь. А сюда приезжают, причаливают кораблики. Но в целом очень тепло, если смотреть дневник погоды, конечно же, этот январь, по крайней мере, вот именно январские праздники выдались довольно теплыми. И если рассматривать дневник погоды, то в основном, ну, 2-3 дня там температура была там плюс 14, да, в другие года. А здесь, получается, температура поднимается плюс 16, плюс 17 градусов. И это уже такое... Не в пределах нормы, а гораздо выше. Катает дедушка Мороз на лошадке. Школьные автобусы приехали, скорее всего, на экскурсию. Опять же, напоминаю, здесь находится крейсер Михаил Кутузов. И мы были, у нас была экскурсия. Так что, если вам интересно, найдите у нас на нашем канале есть... То, как мы сюда сходили на экскурсию, нам очень понравилось. Приятно погрузиться в историю, и было бы здорово, если бы экспозицию продлили и открыли еще несколько дополнительных этажей. Было бы вообще классно. Ну, конечно же, сам кораблик, крейсер, находится в довольно плачевном состоянии. Все-таки финансирования особого нет, стоит он здесь на приколе. Поэтому было бы здорово, если бы... Немножко вложили денег на его реставрацию, открыли бы несколько дополнительных отсеков для того, чтобы туда могли ходить туристы, подниматься везде. Ну, приятное впечатление, то есть если у вас будет возможность, я думаю, для разнообразия, для расширения своего кругозора можно сходить сюда на экскурсию. Стелла. Люди гуляют. Все-таки праздничные дни дают о себе знать. И народу на набережной тоже много. Просто здесь просторы совсем другие. Не такие, как в Геленджике. И набережная широкая. А это новые высотные домики. Новостроечки. И, наверное, я предполагаю, что, конечно, престижный район. И жилье здесь по цене высокой. Хотя, в принципе, если рассматривать покупку жилья недвижимости на море, то в Новороссийске гораздо дешевле можно купить квартиру, нежели чем в Геленджике. Основатели Новороссийска: Раевский, Лазарев, Серебряков. Вот такую стелу им сделали.
Погода просто отличная. Вот буквально, если бы сейчас был даже плюс 15 градусов, но небольшой ветерок, такого количества отдыхающих, гуляющих с детьми не было бы. А сейчас действительно гуляет большое количество народу, потому что ни витринки, ни холодинки, вообще ничего нет. И просто-напросто классно. Сегодня Новороссийск меня порадовал. Если честно, даже говорить ничего не хочется. Такое расслабленное чувство. Единственное, что я, наверное, спущусь к морю. Покажу вам море. Пусть это будет море не Геленджика, а именно Новороссийска. Вот так вот смотришь, бухта имеет протяженностью 13 километров, и кажется, что действительно как будто какая-то река. А на самом деле там на горизонте море открытое маячит. А сейчас мы будем подниматься на остановку троллейбуса, чтобы доехать до Красной площади. Зачем тебе хочется туда? Чтобы покататься. Пойдешь в городок? Да. Вадюшка хочет детский городок, пойдет туда кататься. Вот. А мы посмотрим что-нибудь из одежды. Вот и закончился наш сегодняшний день пребывания в городе Новороссийске. И мы отправляемся в наш любимый Геленджик. Если вам понравилось, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на наше новое видео, нажимайте колокольчик, оставляйте свои комментарии. Всем пока, привет из Новороссийска!